проявляться потом в его жизни. Также во время беременности? Во время беременности, да, также рекомендуется слушать гармоничную музыку. He's asking about if the strong sound... That will cause, at the corresponding age of... because there is a calculation, and according to the at the corresponding year of the age, there will be there can be a great sickness. То есть есть определенная калькуляция, чтобы можно было бы, ну, например, рассчитать вот эти 6 лет на всю жизнь человека. 6 часов. Да, 6 часов на всю жизнь. И вот в соответствии с этими калькуляциями, если звук вот в тот момент ну, произошел, то в этом возрасте будет очень какое-то сильное заболевание или что-то такое будет происходить с человеком. And also it's about when woman who helps to give birth when they speak about something, you know. Is it also important when they speak about it? Just talk about the weather. Yes. during the time when she is giving birth, always it should be something very something which can help to elevate the consciousness. That is why music is the best of music. То есть, ну я спросила про то, что во время родов там акушерки, они обычно там разговаривают, что-то там делают. Вот. Он сказал, что нужно следить за тем, чтобы все, что происходило во время родов, все поднимало сознание, возвышало сознание. И музыка, она должна быть очень мягкой, без вот этих барабанов мощных. То есть, ну, такая. Very soft with like flute. Флейта. Because flute is very soft in the music. Потому что флейта, она очень мягкую музыку дает. The question? Это прекрасно очень, что сейчас и отец присутствует природа, и ребенка оставляют в палате с родителями, они присутствуют. It's so beautiful now, father can be during the delivery. Father should be there. Отец должен быть там. Father should be there, and after delivery, before the umbilical cord is separated from the mother, before that the father has to touch the top of the head of the child, and then the father should put one or two drops of honey on the tongue of the child. Отец вообще, он должен обязательно присутствовать во время родов, потому что после отрезания пуповины... До отрезания пуповины, он должен держать, коснуться головы ребенка и положить пару капель меда ему на язык. And это до, да? Before cutting. Да. And then there are certain mantras, the important mantra is you are born from me, and you are the image of myself. И очень важная есть мантра, которая говорит о том, что ты рожден от меня, и ты образ меня, что ли. И ты мой. So then only then the father will initiate this separating of the umbilical cord. И тогда отец дает посвящение для того, чтобы позволение, чтобы разделилось. Отрезание пуповины. Yes, it is recommended like that. Да, рекомендуется, чтобы он сам отрезал. What do you mean by initiation from the father for this cutting? Initiate means not initiation, but to make, he can make himself. Then you have to call the ambulance for the man. Yes.
Но отец всегда должен присутствовать. Так, а вот, к сожалению, во время советского периода мы спрашивали как-то вот на семинаре у вас, на вашем семинаре. Советские времена не отец не присутствовал, а отцы не присутствовали. И только сразу после рождения забирали палатку для новорожденных. И целые сутки, порой сутки, и больше, если что, в тяжелом состоянии, они мать не видела, а тем более отец. И в чем вопрос? Отец видит, вот, как можно помочь этим детям. Всем нам. Otherwise, she will go to prison. No, there's no harm in that the mother can work, but there is separation of the child. Yes, but how she will go to the child? No, immediately after birth, the separation immediately after birth is not. So father is okay. Huh? Father also could be there, but. Если отца нет, то не присутствует в народах. Он, конечно, должен там присутствовать, но ребенка точно ни в коем случае нельзя забирать от матери. Вот, she's asking what to do with that. Is it collectible? Yes. Have it be collected afterwards, because we have the whole generation which were born in the special medical institutions, and just after the birth, they were taking us to another room for more or less time, for Alagi or for only but first six hours it's over without mom. We are this generation of children. And also injected by different vaccines, vaccination. What has happened? Group karma. That is group karma. Group karma. What has happened? You cannot change now. Вы не можете изменить то, что уже случилось. What can you do now? Что вы можете сделать? Возвышать сознание. Вопрос такой, по поводу классика, важно, чтобы мужчина и женщина выбирали себя, выбирали друг друга из одной class. The system of classes was the original system. Система вот этих каст это изначальная система. Класс. And if class is different from caste. А класс это не то что касты, это класс. The system of caste is not. It was not like that as it is now. It was only the classes. And a person, for example, a child is born to a person of wisdom class. Например, ребенок рождается у человека из класса мудрости. So that child can, when the child develops by nature the qualities of other class, then he belongs to other class only. И когда ребенок проявляет с возрастом качества другого класса, то он относится к другому классу. So папа с мамой могут быть из разных? There was no... Вопрос серьезный. Папа с мамой могут быть из разных? First of all, it is only classification according to the to their type of work, but not a classification of social status. То есть эта классификация не является
типом как бы человека не является социальной, не является да, социальной классификацией. Это классификация по типу человека. Ну да. Ну, it was very может, даже дай ему договорить, он объяснит, все ответит. This was very, this was distorted and disturbed after the medieval ages. И это проявляется, да? Я прослушала. Было разрушено в средние века. After India is being invaded, especially after the Alexander's invasion, after the invasion of India from Greece, from Greeks and Alexander invasion, then most of these things were distorted. Все эти вещи были разрушены после завоевания Индии греками Александра. The question was, is it important to choose partners yes, from choosing, the same class? Yeah, the choosing is, if you, it depends upon how you, for example, if you want that this quality should be maintained in the next generation also, so then you have to choose according to that. No, it is not like that. If you want, if anyone, you can choose from any class, but no problem. But no problem with different classes. Different classes only. Any class. Your decision. If you want your progeny, your children to continue in that class or this class, that depending upon that you can choose. Вы можете выбрать. Это ваше решение. Если вы хотите, чтобы ваши дети имели больше качеств от того или иного класса, вы тогда выбираете такого человека. Продолжался. То, что у вас есть, то вы выбираете из этого же класса. То есть, если вы про мир, хотите, чтобы продолжалось это и в ваших детях,